Мы всегда стараемся, чтобы наше первое появление перед героями было необычным, а главное, неожиданным. И в этот раз мы превзошли сами себя, потому что позвали на помощь настоящую большую звезду. Мы ждем Надежду Панькину в торговом центре, куда ее должен привезти муж Саша. Главное, чтобы они пришли вовремя, потому что Митя Фомин уже 4 раза отрепетировал свое падение. Надо сказать, что из него получается идеальная подставная бабушка. Бабушка Митя. Видела вот так вот неожиданно Митю Фомина, который выпрыгивает из костюма бабушки прямо на меня. Обморок, обморок, шок. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Фомина.